Я люблю маленькие карты, не надо никуда далеко ехать. Это чё, блин? Ты... ты кто такой, блин? Ты кто? Ты почему? Ты зачем? Всем привет, с вами 13 Вольф, и это снова игра Crossout. И вы, наверное, в прошлом видео видели, что я приобрел себе еще две дополнительных пушки Циклон, и они мне очень зашли. И я по этому поводу решил себе сделать новый вот такой вот прикольный крафтик. Мне прямо он понравился. Тоже неплохо нагибает. И сегодня мы будем проверять, как автопушки показывают себя в рандоме, когда я играю один, а не с кем-то в пати. Так что погнали в бой проверять. Итак, первая карта — Старый город. Неплохая карта для наших автопушек, тем более они любят находиться поближе к врагу. На крафт я себе поставил инвиз. Кабина у меня все та же, вой, хочется какую-нибудь на меткость кабину, но в принципе неплохо. Тоже в ближней дистанции лупят они. Ну, едем с союзами. Господи, что же вы творите? О, бешеные люди! Ищем вражин. Ой, там табуреток понаставили. Бей табуретки! Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Энвиз. Видел, там где-то из пепеляка был. Вроде бы у них один минус. А где... Либо из пепеляка хитрый, либо чё? Ну-ка, огонь. Ну-ка. Да хватит гореть. О. Погнали. Шикарно, я показываю бой на этих. Вот смотрите, просто нагибаю и уничтожаю всех. Во, из пепеляка. Давайте, давайте, пушки накидываем, накидываем. Так, союзы, не толкайтесь. Мне нужно поближе. Не понимаю, вот зачем этот пушкарь куда-то рвется? Он неплохо может издалека накидывать. Давайте табуретки отстрелим. Все, перезарядимся. Очень удобно на них отстреливать и дронов, и... Ах ты ж скорпиончик. Откусил мне колесико. Ничего, у меня 6 штук их. Специально себе броню ставил побольше. А, это арбалеты. На, красиво. Вот что мне нравится. Вот прям вот нравится. Это воевать против этих ребят на ховерах. Я прям тащусь. Так, а где враг? Что-то я перепутал его с союзом. Блин, братан, извини. Вот. А, у тебя эти дробовички смешные. Братан, ну ты капец. Да, не убежишь. Кажется, убежал. А, нет, не убежал. Все, безоружный. Ты ж мой бедный. Да, правильно, тарань его. Так, осталось дрономать. А вот это нехорошо. Я пока буду его табуретки отстреливать, у него новые будут появляться. Где ты? Вот сейчас он будет приезжать и дрочить меня своими табуретками. Вот это хреново. Вот это мне не нравится. А я не буду уезжать. Давай, давай, в кабину тебе, в кабину накидываем. Блин, больно, больно бьют табуретки меня. А у меня всего 2 пушки осталось. Да что ж мне с тобой сделать-то? У меня пушки так не повернутся. Давай, давай, подутюживай меня. Ай, да не могу повернуть, и все, колес не хватает. Он хочет умереть? Ну и пусть умирает. Есть, я первее его убил, затащен, первый бой. О, круто. Ух, пушечки справились, МВП-ху получил. Круто. Ну давайте дальше, заставка. О, Рок-Сити, хорошая карта, давайте, давайте, будем дальше продолжать тащить. Надо будет себе сделать или купить нерпу, и тогда еще сильнее будут эти пушки долго-долго стрелять и приятно стрелять. Да кто там мне в жопу стреляет? Союзы, вы чё? Ну давайте, враги, выкатывайтесь. Я чё, у кого я жду? Мать моя женщина! Это чьё? Это наша? Боже. Я чуть в обморок не наложил.
Враги, выкатываемся, я вас жду, ребятки. У нас прямострельная, да, Мандра? Да. Смотри, вот не хотят, да, выкатываться. Ни в коем разе не хотят. А если вот сюда подожмусь? А, понял. У них там хаверас с ракетами. Чё-то сзади приезжает. А я уехал, придурок, блин. И что это там такое сзади у нас, интересно? Ну, конечно же, дробовод. Это же мои любимые сейчас враги. Их двое. Нати, накидываем. Надо стволы... Не стреляй в меня. Да я, видишь, перезаряжаюсь, подожди ты. Во, на, следующий. Во! Даже две пушечки просто расфигачивают. А это что такое? Что он тут делает? Ты кто? Куда ты поехал? Ты нахрен такой быстрый? Ладно, погнали. А вот оно что это. Ты тоже с этим, да? За дробовичками? Оставил мне одну пушку. Ну, гад ты такой, а? Погоди, перезаряжается. Ай! Не-не-не, не будем тогда взрываться. Так, так, тем временем осталось три врага. Надо попробовать на инвизе в кого-нибудь влететь и взорваться. Кого-нибудь из них. На! Ну, почти. О, надо было в пушкаря, а я дурак. Ну ничего, зато нормально, видели, я могу спокойно с этими, с милишниками сражаться. А тут союз, красавчик, базу захватывает. Эх, да помер бы уже. Ну смысл вот этого захвата базы, да? Ладно, давайте тогда следующий бой не будем ждать. Мостик, мостик, мостик. Хорошенький наш мостик. Поехали на мостик. Убивать врагов. А ховеров-то, ё-моё, все хотят ховера себе. Ай, да, ё-моё, прям куда-то. А, по зубам опять. Да что ж такое, что вы меня все время зубы-то отстреливаете? Так, как бы мне так здесь встать, чтоб я мог еще и пошмалять? Не, я так точно ни в кого не попаду. Лучше мне надо вот здесь стоять и союзом помогать дронов отстреливать. Или табуретки. Все, табуреток нет. Господи, как они жестко накидывают. Что-то мне опять откусили. Я опять все дальники. Никто не хочет повоевать, подъехать. Так неинтересно, ребята. Я готов стрелять. И у них дронов там, ё-моё. Мандра, ну ты же видишь, там много народа. Ну давай, кидай по ним. Что-то едет, да? Готов. О! А как ты выкатился? С инвизом, что ли? Братан, да ты чего? Так, ты попытался. Не пойму, здесь где-то дрон стоит. Ай, пушкарь. Неудобный у этот. Да отвалите вы, пушкари, от меня. Что вам от меня надо? Что я вам сделал? Молодец, Мандрагора, бей их. Опять что-то там выглядывает. Да что ж вы такие хитрые-то, а? Все. А тем временем у нас тут... О, так это не... А я думал, это наша Мандрагора. Либо она перешла на чужую сторону. Че это было, блин? Чик, меня нет. А теперь я есть. Где у тебя дроп? Я тебе его отстрелил? А там какая-то хрень с пушкой. Да умри же ты! Что ж такой живучий-то, а? Табуретки. Да господи, как вас много-то, а? Умрите все. Умрите. Кто кого убивают-то, а? Походу меня убивали. Меня тут нет. Дайте мне кого-нибудь-то, а? Боже. Оставили с двумя колесами. Теперь я турелька. Так, тут что-то... Что-то куда-то мчится. Так я что-то никуда не вижу. Блин, еще так неудобно в низинке.
Ай, меня сейчас еще будет разворачивать из-за отдачи. Во-во-во, давай-давай-давай ко мне. О, попал. Еще хочу. Еще, давай-давай-давай. Не, это, во-во-во-во-во-во. Во, вот так вот круто, да? Все. Я турель. Ой, какой ты смешной, желтенький. Ты прям кран. Ну и затащено, конечно же, благодаря мне. А, посередине. Ну, ничего страшного, погнали дальше. Снова старый город. Хорошая карта. Маленькая, люблю маленькие карты. Не надо никуда далеко ехать. Это чё, блин? Ты... ты кто такой, блин? Ты кто? Ты почему? Ты зачем? А, все, понял. Это Спарка. Боже, какие они смешные. Ладно, пусть так. Пока они спариваются там, блин. Уже наших расхреначили. Ой, ковер, да? Блин, как ты неудобно развернулся, ховер. Чё-то так кажется, наших бьют. Да хоть мне стрелять своими. О, еще один приехал. Ну, блин, пока эти ребята там спаривались, блин. Все стало резко в говне. Ладно, погнали дальше. Карта крепость, крепость, крепость. Это наша крепость. Хорошая карта. Давайте, союза, не тупите, пожалуйста. Я хочу жить и стрелять. Я хочу пыщ-пыщ. Чем больше пыщ-пыщ, тем лучше. У меня такие звуки классные. Ту-ту-ту-ту-ту. У меня все готово для пыщ-пыщ. Оп, Адам. Ну не утаскивай его от нас. Это что, блин? Пошел вон. А че, он до сих пор цел? Такого не должно было быть. Фух, умер. Мне дали First Blood. Я красавчик. Да, уйди, убери свою большую жопу. Дрон тебя не спасет. Так, все, еще колесико у него осталось. Ой, я ему все просто колеса отстрелил. Блин, изнасиловали беднягу. Было бы неплохо того ховера. Там какое-то говно с ракетами. Ать-ать-ать, попал. Союзы, надо инвиз таскать, тогда вам не будет так больно. Так, что-то на базе. Я вижу, что есть кто-то. Пошел на. Такой, в инвиз ушел, да, я типа этот, невидимка нафиг. А, перезарядка. Перезарядка. Давай, 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 союз, тарань этого гада. Во, красавчик. Осталось его убить. И я убил того, кого хотел убить. Блин, миссия выполнена. Ты чё умираешь? У них всего лишь три врага осталось, как и нас всего трое. Отстегнул. Пошел нафиг. Блин, да мне что-то еще и в жопу стрельнуло. Еще что-то у них есть. Ай, больно. Больно, но бой был красивый. Блин, ну наши не справятся. Вот с вот этим точно не справятся. Хотя на ховере, в принципе... Ну, он с автопушками. А у тебя инвиза, братан, нету, да? Да. И что тут у нас? Дрономама. Ну, у него один ховер. Он может развернуться, да? Угу. Не смог. Не смог. Ну, я думаю, он ничего не сделает тому пушкарю. И плюс у них еще кто-то есть. Я даже не могу посмотреть, кто. А кто это у нас остался? Опа, вот и все. Да. Ну, у меня просто уже хпшек не было, чтобы добивать этого пушкаря. Давайте, погнали в следующий бой. Пустынная карта, пустынная карта. Это круто. Так. Ну что, едем? Едем? Я хрен его знает, куда едем. Я еще не привык к автопушкам, поэтому едем, куда поедем. Нормально сказал. Вот такие себе гусеницы хочу на этот крафт.
чтобы назад-вперед можно было кататься. Там что-то... Опа, из инвиза выбил, красавчик. Нехрен под... Блин, да кто поставил эти камни? Там что-то хочет, наверное, вернуться, да? А мы это сейчас попробуем убить. Оба. Не надо у меня стрелять, меня здесь нет. Да как это про... это враг! Откуда ты взялся? Я тебя не видел. Ну, зато убил. Тоже хорошо. Давай тебя теперь. О, все. Обалдеть, ё-моё, блин. Я думаю, что я встал, а тут... Тварь, попал в меня. А, это не наши. А я думаю, что за фигня, сейчас бахнет. Ай, у меня нет половины колесиков. Ну, несмотря на это, у меня есть еще две автопушки, но я не могу... Да что, откуда вы все беретесь? Почему моя команда не такие умные, как вы? Накидываю урончик. Накидываю, да, только у меня отдача фигачит, я кручусь, я как юла, я ужас, несящийся на крыльях ночи, да боже, ты что, меня до сих пор убить не можешь, лошара? Нет! Блин. О, ну, что я могу сказать по этим автопушкам? Они мне очень понравились. Я прям не пожалел, что их купил. Поэтому, если думаете их купить, покупайте. Они угарные, особенно в ПВЕ, как они раскидывают всяких бешеных. У них очень крутой импульс. Так что, с вами был 13 Вольф. И всем пока.